грубо китайского смартфона, или как его там сейчас называют. Это вот чехол к нему такой идет. Тут весь набор инструкций. User manual. Такая вот коробка. Вот, что тут на ней написано. Сам девайс, задняя крышка снятая. Там написано снять заднюю крышку, чтобы активизировать аккумулятор. 5,2 дюйма. Там супер HD экран. Там очень большое разрешение. Так, как называется? G9000, по-моему, вот так он называется. Букв, в общем, надо читать. Да, там все понятно, очень много всего. Вот. Сейчас попробуем запустить. Аккумулятор очень здоровый, написано 3 ампер часа вроде бы. Так, вытаскиваем. Собственно, вот тут наклейка есть, я так понимаю, что написано надо отклеить. Ну, понятно, иначе питание не будет подаваться на аккумулятор, на телефон. И поехали дальше. Так, а комик вот. Да, G9000 называется телефон. Вот покупаю, приходит, и сам не знаю, что приходит. Приходится смотреть, вспоминать. Так, вот так вот стоял. То есть так вот раз, отодвигаем, нажимаем. Так, пока там тишина. Мы не нажали пуск. У него тут симок куча. Во-первых, две обычных, я так понял. И третий microSD там карта. Светодиодик. Выход под наушники, кстати. Наушники не шариковые эти самые у них. Контактики. То есть, видимо, износостойкость будет хуже. Потому что всякие там iPhone подобных для надежности обычно делают шарики. Ну, кстати, они в комплект к нему какие-то идут. Утюгальники маленькие. Вот. Так, у него здесь ли... А, есть у него кнопочка. Тут все как надо. Правда, они не внутренние, а внешние такие обычные. Так, заценим. Закрываем крышку. Кстати, корпус странный, очень пластик там. Сзади он вроде как и пластик, а на ощупь как резина. Хотя на вид как пластик. Такой рифленый, специальный. Это подарочный телефон, поэтому мы сейчас будем просто аккуратно с наклейкой его. Посмотрим, если он, конечно, запустится. Так, проба. Пукс. О, загорелся, что-то заработало. Пока тишина. Понятно, так надо или не так не надо. В общем, там пока что... Ага, что-то он бжикнул. Может, кстати, аккумулятор быть севшим. У меня светодиодные лампочки так отражаются. Так, ну и похоже аккумулятор севший. Или я что-то не понял. Стандартные кнопки. Меню и назад. Как бы то ли питания нет, непонятно, и выключается. Так, может быть, он разряжен. Что-то на экране я вижу, подсветка загорается, а изображения нет, и тухнет оно. Тут что-то еще нужно снять, какие-то наклейки. Вообще надо инструкцию читать сначала. О, ух ты, заработало. Что-то нажал на выключение долго, и все заработало. Так, он лог. Ух ты, шустренько. Это, наверное, там какая-нибудь заставка была, наверное, пустая.
Google голосовой поиск, я вижу, высвечивается. Вот это теперь наклейка, поэтому я на нее сейчас внимание не обращаем. Она там половину загораживает функции. Но что-то через нее все равно видно. Я просто не хочу сдирать, все-таки подарочная штука. Ёшкин. Какая штука. Быстренький. Раз, прям. FM-радио даже есть. Ух ты. Так. Тут сразу уже сходу много. Он работает быстрее, чем мой Galaxy S4 Zoom у меня, через который снимаю видео. Кстати, Zoom, зато вот я сколько телефонов видел, и видеофонов, и обзоры, вот он снимает как хорошая такая добротная мыльница. И качество вот съемок мне показалось лучше. Да не показалось, а реально при сравнении многократно лучше, чем вот обычные телефоны. Все, кто присылают видео или фото, я говорю, лучше вы не присылали. Настолько там качество отвратное, что iPhone, что эти. А у этого прям четко хороший стереозвук, изумительная запись делается. И фото прям вообще. Если там особенно режим включить, скажем, непрерывная съемка, то там можно получить без обработки фото. Потому что процессор, как правило, накладывает на них различные там эффект целлофанной пленки, зерно там делает, дробит все. О, русский язык сейчас самое главное выбрать. Тут что-то так быстро работает вообще. Так, локейшн. Нет, что-то не то. Это вот, наверное. Нам нужен просто язык. В общем, где-то он тут есть. Надо будет поискать. В общем, как-то так вот работает довольно быстро. Отставание, ну, маленькое есть, но оно очень незаметное. Можно сказать, что нет. Еще вот всякие прочие вещи. Открытие браузера. О, прям быстренько. Чем быстрее телефон работает, тем быстрее будет аккумулятор высаживать. Как правило. Не обязательно, но как правило. Потому что чем быстрее, тем больше жрет просто батареи. Так твоя частота. И тут физику не обманешь. О, подсветка заднего фонаря. Только она что-то... А, вот она заработала. Ух ты. Ну так слабенько, конечно. Для ночника пойдет. У меня как... Ее вообще нет. Есть только ксеноновая вспышка. Камера даже есть. Даже. Так, это я что, сам себя снимаю, что ли? Ух ты, елки. Так. Как там переключиться-то? А, вот здесь где-то, по-моему. Нет. Вот так. Да что тут? Еще и сфоткал сам себя. Еще надо разбираться. Локаль. Грузится что-то мощное, ну его. Так, часики, тут калькулятор. Нет, у этого видеофона прям фото вот с телефонами вообще не сравнить. Уже проверял неоднократно и убеждал, что лучше, чем мыльница снимать средний. Именно по фото. Ну, эффект целлофанной пленки, эффект акварели, его, к сожалению, не убрать. Он там аппаратно прошит вовнутрь. Процессор снимает и тут же обрабатывает это своим поганым фильтром. В итоге ничего не сделаешь. Я нашел, как обойти этот глючок. Это надо режим непрерывной съемки включить, сделать два кадра. И все. И в принципе, он снимает почти без обработки. Но шумы разноцветные, розовые, глаз их, то есть разноцветные. Глаз их отлично усредняет, а никаких. А вот то, что проц усреднил, уже сложно. Глазу, он прям видит, что не натурально он усредняет вот этот процессор, поэтому глаз здорово напрягается. Поэтому я за отсутствие обработки. Вот раньше в аппаратах ее не было, и было гораздо приятнее работать. Их то яркость даже не полная была. Вот авто, мне вот это нравится. Вот. А сейчас ее начали повально встроить во все мыльницы. Только и память жрет энергию и ухудшает еще и разборчивость. Так, ну, в общем, как-то так. Это видео больно большое получается. В общем, шустро работает. Язык пока я не нашел русский, как выбрать. Но, наверное, где-то он тут есть. Вот где-то вот. Вот, наверное.
общем, надо искать. Потому что... А, вот, вот оно тут. English, хрен English. Вот и русский тут. Как хорошо, Android. Сразу на все. Я не специалист по обзору, поэтому... Тут, конечно, можно полазить по памяти. Посмотреть, сколько тут места. Вот, ну... Пока мне это мало интересно, потому что... И процессор вообще не интересен. Все, что слышишь одного ядра, я считаю, в телефонах лишнее. Зачем такую мощность, разряд батареи такой? Вот батарея хорошая. Там, по-моему, у нее... Ой, 3 ампер-часа заявляют. Ага. Что-то такое. В общем, хорошенький телефончик. Компактный, 5,3 дюйма. Толщина там мизерная. Ну, в общем, в руке он, конечно, немного у меня не лежит все-таки. Режет, тонковат. Не то, что это моя громадина. Вот. Посмотрим, поюзаем. В общем, так-то внешне мне понравилось. Летает все, как у меня, в принципе, все хорошо. Вот такой телефончик, по-моему, i9000. Вроде как китайский. Все.